Привет, друзья, с вами Оксана. Как и обычно, планируем неделю вместе. Это моя предыдущая неделя. Очень мне нравится, как выглядит такая вся, в общем, милая-милая. Лентяйная у меня получилась, лентяйные получились выходные. Сегодня у меня для меня уже понедельник, 7 число. И, в общем-то, таким образом плавненько перешли на следующую неделю. На этой неделе я все-таки решила воплотить, так скажем, мою задумку в реальность. Это вот воспользоваться вот этими наклеечками, листиками. Если вы не смотрели мое видео о покупках, в котором я их показывала, то тут вот подсказочку я оставлю. На самом деле, да, у нас на улице уже снег. Я думаю, что, как и во многих городах, не знаю, что в этом году случилось с осенью, как-то она быстро проскочила. Поэтому хочется мне добавить немножечко осени все-таки, хотя и несмотря на то, что ноябрь, не совсем такой уже осенний месяц, то есть как бы нету, как обычно, уже такой листвы, но ничего, будет в ежедневнике. Поэтому приступаем. Получилась она исключительно
осенний, такой прям яркий и вообще, в общем, глаз радуется от такого великолепия осеннего. Как раз, наверное, того, чего мне и не хватало на улице, потому что все быстро побелело. Ну, пусть немножечко осени побудет в моем ежедневнике. Мне очень нравится. Если вам тоже, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс, пишите свои комментарии. Но видео совсем скоро. Пока-пока!